Президент привелся раньше, понял, а уж о чем говорю. Привиться можно, что прививку сделать. Только за первый час работы нового пункта вакцинации от COVID-19 здесь привились десятки человек. И прохожие, которые увидели этот пункт случайно, и те, кто знал, что он здесь появится, и специально приехали, чтобы привиться. Сразу решил, что буду вакцинироваться, потому что у меня вот сейчас жена беременная. Новый пункт вакцинации на станции канатной дороги Борской стал 140-м по счету, который работает в регионе. Его неспроста решили открыть рядом с крупной транспортной артерией, которая соединяет Бор с деловым центром Нижнего Новгорода. Ежедневно по канатной дороге передвигается интенсивный пассажиропоток. Теперь у граждан появилась еще одна возможность сделать прививку попутно, без специального посещения медицинской организации, независимо от места проживания. В новом пункте вакцинацию проводят медицинские работники Борской центральной районной больницы на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Эпивак, да. Двухкомпонентная, облегченная вакцина. То есть для пожилых людей, намного лучше. С начала июня коечный фонд Борской ЦРБ увеличился почти на 100 коек. К сожалению, сейчас вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Мы обслуживаем же весь север, и Балахно, Заволжье, Чкаловск. И у нас на сегодняшний день поступление больных практически в полтора раза увеличилось. Мы открыли дополнительно 30 коек и еще 60. Я, честно сказать, не могу понять, почему темпы вакцинации замедляются. Мы будем, естественно, делать и медицинские власти, и санитарные власти, и региональные, и муниципальные будут делать все для того, чтобы доводить правдивую информацию о безупречном качестве наших российских вакцин. Ситуация такая, что прививка абсолютно бесплатная, делается в удобное для человека время, и поэтому никаких здесь противопоказаний нет и быть не может, и поэтому всех призываю еще раз сделать это просто и все. Поэтому, когда будет вакцина, будет абсолютная защита от коронавируса, и не будем мы находиться в зависимости от необходимости ограничения массовых мероприятий, от самоизоляции, от всего прочего. Люди просто от этого устали, нужно возвращаться в нормальный формат. Пункт вакцинации на станции канатной дороги Борская будет работать по будням с 8 утра до 2 часов дня. Также он будет работать и в один праздничный день, 12 июня, в День России. Наталья Лисова, время новостей.